Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Как? Музыка сфер. Берег для особого случая. Да, и что же сегодня это за случай? Скажи, Олег, что ты знаешь о брюсовой русалке? Но то же, что и все. Ее не существует. Значит, не существует. Тогда смотри. Ты хочешь сказать... Брюсова русалка собственной персоной. Кто-нибудь знает? Пока нет. Но завтра... Завтра приедет Шмидт. Займемся атрибуцией. Сделаем отписание. Ну, все, что положено. А через месяц-другой сделаем официальное заявление. Но сначала я хотел показать ее тебе. В конце концов, без тебя я бы ее не дошел. И ты держишь ее здесь, дома? Не боишься? Только один день. А завтра она отправится в институтское хранилище. Не жалко отдавать? Жаль, конечно. Но ты прав. Я не могу оставлять ее дома. Анпю? А? Анпю? Да-да-да. Приехали. Пошли. Ну, давай. Давай речи. Есть. Напротив. Так. В шкафу смотрел. Нет, не откроется. Там сейф, попробуй открой. Сейчас. Опа, сложный, да? Сложный, сложный. Ну ты ключи у него посмотри. Сейчас, сейчас. О! Что, есть? Да, есть какой-то. Есть, есть. Есть! Так, ключи нафиг не нужны. Опа, рыжий, ты посмотри. Оставь, мы здесь не за этим. Все, валим, мужики, валим. Рыжий, стой! Володь, ты ж переградил все. Да ладно, мы только выгрузиться. Если что, сдам назад. Эй, хозяева, открывайте! Рассаду привезли! Ну чего? Да черт их знает, спят, наверное, что ли еще. Сами с утра заказывают доставку, а потом не дозвонишься. Да я только рассаду привез, ребят! Тихо, что? Тихо здесь сиди, не высовывайся. Thank you.
Малой за штурвал. Тачку скидывай. Малой, рулишь. Опа, едем. Шмидт, Александр Вильяминович. Очень прошу. Приятно. Ага. Ну, присаживайтесь. Благодарю вас. Мне вас очень рекомендовали. Сказали, что в области сыска вам просто нет равных. Видите ли, дело в том, что мой сотрудник погиб. Погиб? Убит во время ограбления. Нет, вы, наверное, что-то неправильно поняли. Убийствами и ограблениями полиция занимается, а у нас частное сыскное агентство. А я не собираюсь вас просить искать убийцу. Тогда что? Русалку. Простите, кого? Я прошу вас найти русалку. Макар, я тут новый рецепт изобрел. Сереж, подожди. Извините, здравствуйте. Это мой помощник Сергей Бабкин. Очень приятно. А эта русалка, она входила в список похищенных вещей? В том-то и дело, что нет. Некоторые считают, что ее вообще не существует. Вот как. Ее вообще никто никогда не видел. Но у меня есть все основания предполагать, что эта русалка как раз находилась в доме Зильберта в день ограбления, и ее похитили. Так что я не могу обращаться с этим в полицию. Подождите, почему вы решили, что она находилась в доме? Видите ли, дело в том, что покойный Зильберт, это как раз и есть мой бывший сотрудник, он еще с 80-х годов занимался поисками русалки. И в последние годы эти поиски стали для него просто какой-то навязчивой идеей. За день до смерти он мне позвонил, был очень взволнован и сказал, что он обнаружил Брюсову русалку. На следующий день его убили. Я все-таки рекомендую вам ввязаться в это мероприятие. Потому что, вот, пожалуйста, сумма, так сказать, аванса, и если вы ее найдете, эта сумма утраивается. Вы поймите, тут дело не в деньгах. Я не могу взяться за это дело. Почему? Потому что вы не дали мне ни одной зацепки. Я даже не знаю, что искать. И с моей стороны будет непрофессионально принять ваше предложение. Мне говорили, что вы очень щепетильны. Но, кроме того, мне говорили, что вы очень амбициозны и что вы очень любите такие вот сложные, невыполнимые, так сказать, задачи. Вы поймите, вы собираетесь заплатить немалые деньги. Это не я собираюсь, это собирается заплатить институт. Дело в том, что у Зильберта не было никакой семьи, так что вся его коллекция и все его наследство достается институту. Поймите, если он действительно нашел эту Брюсову русалку, то это мировая сенсация. Вы можете стать вторым Слиманом. Завтра похороны. Там будут все сотрудники института, так что вы сможете с ними побеседовать. Я вам рекомендую все-таки не отказываться. И очень на это надеюсь. Я подумаю. Подумайте. Да. А это кто? Шмидт. А что этому сыну лейтенанта Шмидта надо от нас? Он хочет, чтобы я вторым Шлиманом стал. А что, заманчивое предложение? Да, сумма, Сереж. Аргумент. А где же супруг? Улетел в Лондон читать лекции. А он улетел до того, как застрелили Зильберта, или после? Он как, супруг-то, по-прежнему чуть что, сразу за пистолет? Это ведь вы позвонили в полицию? Вы нашли тело, да? Прекрати, как ты смеешь? Лариса Витальевна, можно вас на пару слов? Да. Ну что, полиция нашла что-нибудь? Нет, пока ничего, ищут. А дневник Зильберта? Какой дневник? Зильберт вел запись. Он каждый вечер что-то записывал, но вроде отчета за день.
Вы что, не знали? Нет, не знал. Абонемент на похороны можно выдавать. Уже третий за полгода. В апреле Ланского убили, в прошлом месяце Акимова. Акимова? Реставратора? Да ладно, я не знал. Тоже убили при ограблении. Господи, да что же у него грабить можно было? Папкин самовар? Ну, понимаю, Ланского. У него серьезная коллекция. Говорят, по слухам, у него аж 5 штук фряжских икон. Ничего не взяли. Только подсвечник из Софринской лавки. Ему полтинник цена в базарный день. Бред какой-то. И у Зильберта та же история. 2 новгородских кубка взяли, все. Ну ладно, ехать надо. Давай. Нет. Надо было все-таки остаться на поминке. Просто так взять и уйти с кладбища. Могут пойти ненужные разговоры. Брось, никто ничего не заметил. Не заметил. А вот я не уверен. В любом случае, это поздно обсуждать. А если все раскроется, что тогда? Успокойся. Никто ничего не узнает. Я за себя не волнуюсь. Я волнуюсь за тебя. Вот что тогда будет? Все будет хорошо, если ты прекратишь истерику и возьмешь себя в руки. Завари мне кофе. Я уже с ног валюсь. Кажется, с вами мы еще не общались. Майор Мироненко. Ух ты, центральное управление. А что произошло? Я думал, делом занимается областная полиция. Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Макар Илюшин, частный сыск. И что вы тут делаете, коллега? Выполняю поручение господина Шмидта. Ну, выполняйте, выполняйте. Только не забудьте, что по закону частники обязаны предоставлять следственным органам информацию, которая может иметь отношение к делу. Обязательно. Ну, я еще не прощаюсь. Очень рад, что вы согласились. Честно говоря, я на это надеялся. Вот, пожалуйста. Здесь вся информация, которую я обладаю. Как нарочно захватил. Замечательно. Скажите, а я могу осмотреть дом Зильберта? Ну, конечно, нет ничего проще. Полиция там уже закончила, как мне сказали. Так что дом-то, между прочим, принадлежит институту. Ага. Да, так что удачи в вашем распоряжении. Прекрасно. Да. А, познакомьтесь, это ближайший друг покойного Зильберта, Олег Борисович. Вот чем. Очень приятно, Макар Илюшин. Ну что ж, я пошел, а вы поговорите. Счастливо. До свидания. Счастливо. Один вопрос будет к вам. Ваш друг в последнее время ничего не говорил о русалке. Может быть, вы что-нибудь слышали? Мы дружили почти 30 лет. Ага. Все эти годы он только и говорил о ней. Но о том, что он якобы нашел русалку, я узнал от Александра Вениаминовича Шмидта сегодня утром. Так, то есть, получается, вы русалку не видели? Ну, разумеется, нет. И уж простите, не верю в то, что он ее действительно нашел, я бы об этом знал. И вот тогда, кстати, ему бы следовало опасаться не грабителей, а коллег. Кого-то конкретно имеете в виду? Ну, в первую очередь, тех, кто сделал научную карьеру на развенчании мифа о брюсовой русалке. Извините. На развенчание мифа. Да. Пойдем домой, скорее. Скорее пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, пойдем, моя маленькая, пойдем скорее. О, женщина, вам имя, повеление. Цыс, мелочь. Так отольются тебе мои слезы, отольются.
Шли бы вы домой. Мой дом и опустошь. Пристанище в пещерах. Что, опять не пускают? 10 лет на руках носил. Получку все отдавал ей до копейки. Теперь на порог не пускает змея. Да, Катя, проходите, проходите. Ну, иди сюда, моя красотка. Ну, гулялась, а? Она к вам явно неравнодушна. Это взаимно. Спасибо вам, Катерина. А вот ваш гонорар. Спасибо. Завтра вы сможете с утра с ней погулять? Конечно. Я вещи в химчистку отдала. Ага. И вот квитанция в среду они будут готовы. Ну, что бы я без вас делал? Ну что, Антуанетта, давай отдохнем. И Катя, наверное, устала. Весь день по городу бегала да с нет, сумками. Я не устала. Ничего, ничего, проходите, не стесняйтесь. Проходите, проходите. Да. Я вас ужином угощу. Вы ведь не торопитесь, дом-то вас никто не ждет. Вы же сами говорили. Или ждет? А? Нет, не ждет. Ну вот и замечательно. Так, секундочку. Слушай, Серег, мне вот интересно, почему делом Зильберта занимается центральное управление, а не областное следствие? Потому что дело Зильберта не само по себе. Там целая серия. Так. Ну, за год, помимо Зильберта и этих двоих, ну, про которых на кладбище говорили. Войнич и Ланской. Да. И еще 2 эпизода. Всего получается 5. Грабит и убивает коллекционеров. Вот это только то, что в прессе. А так, может быть, больше. Серег, это понятно. Почему центральное управление? Раз признали, что серия, соответственно, взяли под особый контроль. Ну? Кстати, как фамилия этого следователя? Мироненко. Мироненко, Мироненко. Нет, не знаю. Серег, ты можешь со своими ребятами с Петровки поболтать? На предмет? На предмет? Ну, надо добыть информацию по другим ограблениям. По другим ограблениям. Сережа, это важно. А, конечно могу. Сейчас Рыкову позвоню. Хороший парень. Мы с ним в 110-м работали. Угу. Я там ему в одном деле помог. Так что не откажет. Ты окончательно-то не сломай? Тихо. Макар. Работает. Рыкову звони. Живем? Ей-богу, не пойму. Почему вы решили работать курьером? Неужели вам это нравится? Такая молодая, красивая, с образованием. Но у меня образование еще не окончено. Опыта работы нет. Ну, еще я без регистрации. Ну, так сделайте регистрацию. Паспортный стол у нас на соседней улице. Я не могу. Хозяева, которые пустили меня пожить бесплатно в их квартиру, они пока оформляют бумаги на продажу. Вот. Так что считайте меня нелегалом. Ну вы, ей-богу, как ребенок, честное слово. Но купите, купите регистрацию. Сейчас все так делают. Заплатите 5000 и живите спокойно. Это ведь сумма-то небольшая, я вам за помощь по хозяйству 8000 плачу. Ну да, только мне еще 15 нужно заплатить за институт. Олег Борисович, давайте больше не будем про деньги. Я вот лучше тарелку отнесу. Не-не-не-не-не, я вас умоляю. Все-все-все, рабочий день закончился. Отдыхайте. Садитесь и отдыхайте, Катерина. Олег Борисович, мне правда уже пора. Ну, куда вам пора, Катерина? Мы сейчас кофе будем пить, хорошо? Это чаша для питья. Как-то привез из одной экспедиции. Представляете, купил у деревенской старухи рубля за 3, а она сейчас стоит 1300.
300 тысяч? Да. И вам не страшно, Олег Борисович, показывать свою коллекцию незнакомым людям? Ну, незнакомым я ее не показываю. А как же я? Ведь вы меня совсем мало знаете. Вдруг я наводчица или мошенница? А? Ну, какая же вы наводчица? У вас все на лице написано. Это обрядовые куклы. Это из Карелии, та из Смоленска, а это с Дальнего Востока. Я ведь работаю реставратором. Приходится восстанавливать памятники старины. Простите, Катерин, вам, наверное, все это неинтересно. Я вас заболтал. Да нет, ну что вы, очень интересно. Ну, тогда пойдемте пить кофе. Макар, а что мы ищем-то? Серег, Брюсову русалку ищем. Это я понял. А как себя... Ну, что из себя представляет эта Брюсова русалка? Черт его знает. Это знаешь, как этот, как Святой Грааль. Все слышали, никто не видел, никто не знает, что это такое, как выглядит и где искать. Угу. Слушай, что пишут. Считается, что русалка принадлежала Якову Брюсу, другу и соратнику Петра Первого. Брюс, по слухам, помимо математики и астрономии, занимался колдовством. Знался с нечистой силой, делал живое и мертвое снадобье из лягушачьих мозгов, а по ночам Серега из окна вылетал и нарезал круги вокруг Сухаревской башни. Ну, мужик дает. А про русалку что пишет? Про русалку пишут, что в 1715 году из отдаленной губернии Брюса была доставлена русалка Малая Абразина. Абразина это как? Непонятно, Серег, то ли изображение, то ли, может, страшна, как смертный грех. Вот слушай, росту в ней 3 вершка, однако известно, что сия Абразина способна творить чудеса, Сережа, и исполнять желания. Неплохо. Брюс русалку никому не показывал, точного описания нет, куда русалка делась после смерти Брюса, неизвестно, как я и говорил. Тем более, что слухи о ее смерти многие до сих пор считают преувеличением. Нормально. А мы возьмем, так и найдем. Супер. Кстати, а что там написано? Какие чудеса сия тварина образит? Серег. Подожди, подожди. Полин, пахнет. Запах гари чувствуешь? Не получилось, что ли? Вы молодая, красивая девушка, Катерина. Вы всегда в хорошем настроении, умеете слушать, а это, поверьте, ценные качества. Скажите, почему же вы проводите свои вечера со старыми хрычами вроде меня, а? Ну что, Олег Борисович, вы совершенно не старый. Ну, положим, я еще не совсем вышел в тираж, хорошо. Но все-таки, почему вас не окружают молодые, пылкие поклонники? Почему девушка с такими достоинствами и одна? Коньяку? Нет, спасибо. А я, пожалуй, выпью. Позвольте-ка я вам покажу кое-что на самом деле интересное. Это русалка? Да, еще их называют фараонками. Это магическая русалка. Она исполняет желания. У нее очень длинная и очень темная история. Я как-нибудь ее вам расскажу. Но одно точно. Люди загадывают ей желания, а русалка их исправно исполняет. Вы серьезно? А вы попробуйте сами. Загадайте ей что-нибудь. Чего вы хотите? Корону Российской империи? Принца на белом коне? А может быть, петь, как Монсеррат Кабалье, а? Да нет, мои желания намного проще. Я бы хотела сидеть в офисе и не таскать целый день по городу тяжелые сумки. И получать за это деньги. Дорогая русалка, ты меня услышала? Что дальше? Я же говорю ждать, пока не исполнится желание. А вы загадывали какое-нибудь желание? Нет. Почему? Потому что желание – это опасная штука, Катерина.
знаете, может втянуть, как в водоворот. Потом не выплывешь. Олег Борисович, извините, мне правда пора. Мне завтра рано вставать. Ну да. Спасибо за кофе. Спасибо за ужин. Блин, ты где шлялась? Гуляла с собакой. 2 часа назад ее привела. Я из окна видел. Да, я привела ее 2 часа назад, но Олег Борисович приготовил ужин. И он попросил меня остаться. Он настаивал. Ужином, значит, кормил. А что я должна была ему сказать? Что ты меня здесь ждешь? Что тебя ищут? Нас. Я тебе говорю, нас ищут. Еще. Узнаю, что круче с ним. Убью. Да, Бабкин слушает. Рыков, что, готов уже? Так, оперативно работайте. Ну, я сейчас подъеду, да. Ты где, у тебя на Петровке? Да, все, давай, пока. Надо на Петровку ехать. Рыков приготовил отчет об ограблении коллекционеров. Отлично, тогда разделимся. Я поеду в дом Зильберта, а ты езжай к Рыкову на Петровку. А вечером отчет о проделанной работе. Подбросишь? Конечно. Значит, теперь вся эта коллекция принадлежит институту. Совершенно верно. Завтра приедут наши специалисты из института, сделают опись. И потом начнем потихоньку вывозить вещи в хранилище. Потом закажем какую-нибудь клининговую компанию, которая здесь все приведет в порядок, уберет, так сказать. А осенью заедет кто-нибудь... Другой какой-нибудь наш специалист. И дача же институту принадлежит, я вам рассказывал. Да, да, да. А это, простите, вот что за статуэтка? Позвольте. Это богиня плодородия. Зильберт до того, как увлечься поисками брюсовой русалки, занимался как раз вот дохристианскими культами северных славян. Плодородие, плодородие. Богиня плодородия. Да. А, вот еще. На похоронах говорили про какие-то кубки. Вам не кажется странным, почему эти кубки грабители не взяли? Это действительно несколько странно. Вот, обратите внимание. Вот этот кубок. Так называемый новгородский кубок. Середины 12 века. Угу. Очень редкая вещь. Но выглядит как-то не очень презентабельно. Но это только на первый взгляд, не специалиста. Уверяю вас, что любой коллекционер за эту непрезентабельную, как вы говорите, вещь отдаст вам 6-значную цифру. Уверяю вас. Ух ты. То есть, получается, кубки лежали в сейфе. Да. Дом взломали, предварительно отключив сигнализацию. Угу. А сейф? Сейф почему-то открыли ключом. Да. Насколько я знаю, Зильбер всегда носил ключи от сейфа в кармане. Странно. Зачем же тогда сейф? Это что? Это что за книги? Скажите, а я могу взять вот эти книги для более тщательного изучения? Разумеется, конечно, только обязательно напишите название и внесите в опись вещей. Обязательно. Все книги теперь принадлежат тоже институту. Все. Что там? Это что? Позвольте. Насколько я понимаю, это дневник Зильберта. А, это можно как-то прочесть. Ну, это стенография. Знаете, я могу попросить своих девочек. Они специалисты, они смогут расшифровать. Буду вам очень благодарен. Пожалуйста. Thank you.
Здравствуйте, я курьер по поводу посылки для Эврики. Я все поняла. Сейчас, девушка, подождите, пожалуйста, я водителя в налоговую отправлю, все у вас заберу. Вот сюда вот садитесь, дурдом какой-то. Секретарша уволилась, ничего найти нельзя. Алло. Да, мы ищем секретаря. Сейчас, минутку. Ал, поговори, пожалуйста, это по поводу секретаря. У нас совещание, сама поговорить не можешь? Алочка, ну пожалуйста, мне нужно отправить документы в налоговую до 5. Ну, сама знаешь, потом не разберешься. Да, ищем секретаря. У вас есть опыт работы? Без опыта работы не рассматриваем. А вы? Я курьер. Хорошо, подождите. Подождите, а вы знаете, я могу работать секретарем. Не думаю. А почему? Вы могли бы дать мне этот шанс, как его, испытательный срок. И я бы вам все доказала. У вас есть опыт работы? Пока нет. Профильное образование, деловой английский. Вы работали в сфере IT-технологий? Ой, давайте не будем тратить время. Да где же эти документы? Они же здесь были. Дама, сварите-ка нам Набрал народу, даже кофе сварить некому. И снимите кто-нибудь трубку. Здравствуйте. Секретаря? Нет, вы знаете, мы уже нашли, к сожалению. Добрый день. Вы кто? Простите, меня зовут Макар Илюшин. Я по поводу убийства, вот мое удостоверение. Полиция, я все уже рассказала. Я не из полиции. Мне нужна ваша помощь. Тогда пройдемте в дом. Таким образом, мы сокращаем расходы втрое. И все это обойдется нам малой кровью. Это понятно? Понятно. Это хорошо, что это понятно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Спасибо большое. А кто это? Я? Вы. Я секретарь. Ты просил распечатки презентации? А вы что здесь делаете? Немедленно выйдите. Ну, послушайте, ну нет у меня пока образования. И опыта работы тоже нет. И я не знаю деловой английский, и я совершенно ничего не понимаю в IT... Технологиях. Это, технологиях, да. Но вы дайте мне шанс. 2 недели, и из меня получится отличный сотрудник. Девушка, мне что охрану вызвать? Извини, это курьер. Да, но могу работать секретарем. Вы всегда действуете так решительно? Нет. Мне просто очень нужна эта работа сейчас. Охрана, Соболева. Поднимитесь к нам. Подождите. Как вас зовут? Екатерина Викулова. Алла, давайте оформим девушку на испытательный срок. То есть вы меня берете? Добро пожаловать в Эврику. Понятно. Значит, грабителей вы не видели? Нет. Все случилось рано утром, я была еще в постели, и из моей спальни, к сожалению, ворот не видно. Вот. Я слышала только выстрелы, а когда спустилась, их уже не было, они уехали. А на дорожке лежал этот парень, водитель. Я почему-то сразу поняла, что он мертвый. Знаете, у него шея как-то была странно вывернута. Так уже в их не бывает. Понятно. Значит, потом вы вызвали полицию? Нет, полицию вызвал Леонид. А, ну да, ваш муж. Мой муж сейчас в Европе. В Европе? Да, он читает курс лекций, а Леонид — это его ассистент, он пригласил его на лето пожить с нами. Он помогает ему заниматься новой книгой, вы знаете, там, сноски, редактура.
Это очень удобно. Не надо ездить каждый раз в город. Там можно полностью посвятить себя работе. А ваш муж написал вот эту книгу про Брюсову русалку. Как она? Да-да-да. «Развенчание мифа». Да. Точно. Да. «Развенчание мифа». Ну, в общем-то, все понятно. Да. Лариса! Лариса, 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 Лариса. Лариса, вы забыли ключи от машины. Леонид, познакомься, это Макар. Очень приятно. Макар Илюшин. Да, Лариса Витальевна, я тогда пойду. Очень спешу. Да, да. Нет-нет, что вы. Мы как раз только о вас и говорили. А вы не могли бы мне рассказать, что произошло в день убийство Зильберта? Но я же уже все рассказал вашему следователю. Макар не из полиции. Да. Меня нанял Шмидт. Хорошо. Давайте тогда все по дороге. Прошу. Спасибо. Я же вам уже говорил. Я живу на втором этаже, боковое окно. Я услышал, что снизу звонят, и выглянул посмотреть, кто это. А фургон где стоял? Фургон стоял у ворот. Ага. А вторая машина возле калитки Зильберта. Все случилось очень быстро. Они вышли и... Кто? Трое мужчин. Так. А где же были сотрудники садоводческой компании? Водитель стоял у ворот, а женщина была в машине. Женщина – это Зинаида Белова? Разумеется, Зинаида Белова. Ага. Грабители, один из них начал стрелять. Сначала в водителя, тот упал, потом в женщину. Потом они сели в фургон и уехали. Так. А вы? Я? Я вызвал полицию. Ну да. Я осмотрю двор. Пожалуйста. Ну как, освоила? Ну, почти. Я же говорила, ничего сложного. Слушай, а ты знаешь, как я к вам попала? Здравствуйте, девочки. Привет. Ну, знаю, как ты к нам попала. Ворвалась в кабинет к Кале, довела всех до инфаркта, вот тебя и взяли. Да нет. Я имею в виду, почему меня взяли. Ну? У меня сосед ученый. У него дома разные коллекции магических кукол, амулетов. Он привозил их из разных экспедиций. И вчера он мне показал одну очень важную вещь. Русалку. Он сказал, что она исполняет желание. Я здесь. Юр, ты мне данные по договору дашь когда-нибудь? А вы чем заняты? Мы... А у нас тут очень интересный разговор о Непознанном. Ой, извини, что прерываю. У нас этого Непознанного босс и маленькая тележка. Значит так, Танечка, завтра к нам приезжают эксперты из Питера. В 6 часов у меня доклад в министерстве. Внесите это все туда. Хорошо. В расписание, пожалуйста. И вот еще что. Вы ведь изучали стенографию, да? Да. Сможете сделать расшифровку вот этого дневника? Нет. Но вы знаете, можно Марию Сергеевну попросить. Она говорила, что она стенографисткой работала. Да? Да. Сделайте это. Попросите. И скажите, что это срочно. Как можно быстрее. Хорошо, хорошо, конечно. Благодарю вас. Макар, вот материалы по ограблению коллекционеров, реставраторов и прочих людей искусства. Макар,
А, Серег, чё? Ты чё? Допросил. А, кого? Свидетеля. Свидетеля? А, свидетеля. Да, допросил. В общем, так, Серег, свидетель показал, что во время выстрела русалка находя... Что? Сейчас, Серег, подожди. Во время выстрела водитель автофургона находился у ворот дома. А вот эта Белова Зинаида Ивановна, сотрудница садоводческого хозяйства, была непосредственно в автофургоне. Но самое интересное, что тело Беловой на месте преступления не обнаружено. Так, получается, что Белову убили, тело оставили в кузове, сели в фургон и уехали, ясно? Держи, получи и распишись. Что это? Рыков подогнал. А-а-а. За последний год 5 ограблений с промежутком в 2-3 месяца. И 5 жертв. Будешь? Ну, держи. Огнестрел всех застрелили из Макарова. Ничего ценного не пропало. Понятно. Это что получается? Двое из Института этнографии, один из исторического музея, еще двое Академии наук. Понятно. Слушай, Серег, я тебя попрошу, ты можешь повнимательнее еще раз изучить это дело и попытаться выяснить, есть ли у этих товарищей что-нибудь общее, ну, помимо любви к отеческим гробам? А я тогда завтра сгоняю, поговорю с родственниками. Может быть, за что-нибудь зацепимся. Окей. Смотрю, очень интересно. Чего? Интересно, говорю. А, ты представляешь, Серег, если ты поймаешь русалку, она будет служить тебе в течение года, исполняя все твои желания. А вот это интересно. Слушай, самое интересное. А по прошествии этого срока потребует плату за исполненную работу. А чаще всего забирает человека прямо к себе на дно. Да, это мне не подходит. Слушай, Макар, я... Опять не работает. Ой! И это не работает. Ничего не работает. Забыл. Кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Кто? А? Руки в гору! Руки в гору! Ага. Быстро ключи от кассы и от счета! Сейчас так. Быстро! Вот. Так. Ты на кассу, ты на стеллаже. Ты что делаешь? Ах ты, падла! Это падаль на стола! Хватаем, что есть, и валим отсюда! Только быстро! Быстрее, 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 быстрее! Внимание всем постам! Произошло ограбление по адресу Рогатинская, 15. Преступники ориентировочно скрылись на серой иномарке. Слышал ориентировочку? Ага. Смотри, смотри, там кто-то 200 летит. Не наши ли клиенты? Тормози, тормози! Погнали за ним! Олег, что ты знаешь о Брюсовой русалке? Но то же, что и все. Ее не существует, так значит, ты ее все-таки нашел.
Русалку ищите! Тихо здесь сиди, не высовывайся! Я не прошу вас искать убийцу. Тогда что? Я прошу вас найти русалку. За последний год 5 ограблений с промежутком в 2-3 месяца. И 5 жертв. Будешь? Ну, держи. Огнестрелы, всех застрелили из Макарова. Ничего ценного не пропало. Стой! Стой! А где ствол? Пока не нашли. Там ила 1.5 метра. Ну что, так и записывай. Пишите. Пистолет не найден. Сегодня сотрудникам полиции удалось обезвредить банду налетчиков, грабивших ювелирные магазины. При задержании машина преступников упала в реку и утонула. Все трое членов банды погибли. Теперь к другим новостям. Сегодня в Москве стартовала неделя российского интернета. Ежегодная конференция для интернета. Ты совсем не спала? Нет, я не могла уснуть. Нужно было просто принять снотворное. Да, но оно уже не помогает. Ты принимала. Скоро это уже все закончится. Слушаю вас. Да. Да, а я дам трубочку Леониду Юрьевичу. Да. Да. Конечно. Я под... Да, буду. Буду. Хорошо. Кто это? Следователь. Теперь они просят подъехать на опознание в морг. Лёнь, держись. Господи. Бусь, давай, нюхай, нюхай. Вперед. Фас. Буся. Так, Серёг, ты бы лучше он кофе её научил приносить. Все больше пользы было бы. А чё, учится только. Да, Бабкин слушает. Рыков звонит. Так, слушай, есть какие-нибудь новости по нашему делу? Котик, да. Блин. А? В морге 3 налетчиков. Да? А? Так. Грабанули антикварный магазин. Что? Продавца застрелили из Макарова. А что свидетель? Ага. Одного из нападавших свидетель опознал. Тот по делу Зильберта. Спроси фамилию свидетеля. Слушай, а фамилия свидетеля? Невинный. Невинный. Сейчас, подожди, подожди. Ну что? Подожди, еще про машину спроси. Слушай, Лех, что там с машиной? Ага. В реке? Так, понятно, понятно. А фургон, ну, на котором они уехали с места преступления? Так, понятно. Ух ты. Ладно, я понял. Все, твой должник. Чего там? Фургон нашли в лесу. Они бросили его за кольцом. Подожди, а вот эту Белову, которую в фургоне застрелили, ну, работница садоводческой компании. Так вот, не Беловой. Ни крови в фургоне не обнаружено. Интересно. А невинный говорит, что видел, как Белову застрелили в фургоне. Но ни крови, ни тела нет. Интересно. Или не все видел, или врет. Сан Саныч. Сан Саныч. Сан Саныч. Ну, наконец-то. И суток не прошло. Извините, тут заперто было. Заперто было? Я же не знал, что вы здесь. Вы должны каждые 3 часа обходить это здание. А вы что? Ну, мы там стоим, у нас там ведь стоим, там пост. Вы стоите. Вы стоите. Извините, пожалуйста. Я, по вашей милости, должен был всю ночь провести в клозете. Извините. И у вас ни черта не работает? Безобразие какое-то. Не нужно терпеть уже просто. Не работает. А? Не работает. По техническим причинам лифт не работает? Ну. Я вас уволю. Ну, вот. А я-то здесь при чем?
Так, двое работников вашего института, Зильберт и Ланской, были убиты при ограблении. Да. Может быть, их что-то могло объединять, не знаете? Ничего их не могло объединять. У них не было ничего общего. Абсолютно ничего. И Зильберт занимался дохристианскими культами, а Ланской – антропологическими исследованиями. Абсолютно ничего. Понятно. Значит, работа Ланского тоже никак не связана с русалкой. Абсолютно никак, абсолютно. К тому же, антропологи не занимаются мифологическими исследованиями. Простите, что не смог вам помочь. Может быть, в дневнике Зильберта было что-то существенное, но он пропал. Он не пропал. Его украли у вас из институтских. Да? Я так понимаю, дверь была открыта? Конечно. Понятно. А, вот еще. Вочин Олег Борисович, друг покойного Зильберта, рассказал мне, что если бы русалка существовала, то Зильберту стоило опасаться не грабителей, а своих коллег. Особенно тех, кто построил свою карьеру на развенчании мифа о русалке. Я так понимаю, он это имел в виду? Можно? Ну, я не знаю, что имел в виду. Вочин об этом лучше его спросить. А вот что касается... А Боленского после этой книги его карьера действительно пошла вверх. Угу. Его стали приглашать за границу. Дважды он ездил в Лондон с лекциями, семинарами. Кстати, сейчас готовится второе издание этой книги. Так, то есть получается, если русалка не миф, то на карьере Боленского можно поставить крест. Ну, во всяком случае, в Лондон его точно уже не пригласят. Ну, уже кое-что. А, еще один вопрос. А жена Боленского, она как-то связана с институтом? Сейчас уже нет. Раньше она была ассистенткой Боленского. Понятно. Тупик. Врет она все, Серег. Кто? Жена Боленского. Врет и боится. Что ты взял-то? А ты думаешь, смотри, на чем Оболенский карьеру сделал? На том, что развенчал миф о русалке. Откуда ты думаешь, все эти гранты, поездки, признания? Пока русалка является мифом, все это у них есть. Если узнают, что русалка существует, они потеряют все, Серег. Подожди, ты думаешь, что Оболенский имеет отношение к убийству Зильберта? Да я уверен, что имеет. И он, и жена его, и ассистент этот. Да, но у Оболенского алиби, он был в самолете. Действительно. Но жена-то не была. И ассистент, кстати, тоже. Машина мне, подожди. Операция «Буря и натиск»? Типа того. Так. Я ничего не понимаю. Да стойте же! Так. Комната вашего ассистента наверху? Погодите же, ну, я его позову. Нет, это нормально вообще? Куда вы? Это. Так. Что вы делаете? А? Ух ты! Значит, здесь вы книжки редактировали? Это моя спальня. Выйдите отсюда немедленно. Так, кто это сделал? Кто это сделал? Кто убил Зильберта? Кто? Вы? Ваш любовник? Ваш муж? Кто это сделал? Где русалка? Я спрашиваю, кто это сделал? Стоять, не двигаться! Я сказал стоять! Сейчас только отвиньте. Леня, ты где взял пистолет? А у твоего мужа в сейфе. Зачем? Я услышал, что ты кричала, думал, что он вернулся. Писала? Что он тебя хочет? Ничего, почему? Ничего, тихо. Я просто хотел поговорить. Я сказал стоять и не все, двигаться. Не двигаюсь. Я сказал. Все, тихо, тихо.
Ух ты, Макаров, что и требовалось доказать. Из этого ствола ты убил Зильберта, а? Послушайте, я все объясню. Заткнись! Я тебя спрашиваю, убил из этого ствола водителя, Белову, а? Он никого не убивал, он был здесь, со мной. Пошел со мной. Где моя машина? Где моя машина? Цвет, марка, где она? Я не вижу никакой машины! Правильно, потому что отсюда ни черта не видно. Вы просто дали ложные показания. Да, ему пришлось это сделать. Я испугалась. Если муж узнает о нас, он убьет его. Вы не представляете, что это за человек. Нам пришлось сказать неправду. До утра Леня был в моей постели. Муж уехал в аэропорт, а мы услышали выстрел. Леня побежал вниз, вызвал полицию, все! Потом нам позвонили и сказали, что мы должны приехать на опознание. Что нам оставалось? Послушайте, мне на самом деле вообще все равно, кто спит в вашей постели. Мне просто нужно знать. Где русалка? Какая русалка? Вот откуда в тебе столько шерсти, а? Я не понимаю, но вот какого черта надо было врать, что он видел, как стреляли в водителя и в Белову? Не, сказал бы просто, сидел в туалете. Вот оттуда все равно ничего не видно. Серег, да пойми, я думал просто с перепугу. Растерялись и начали врать с трикороба. Угу. Понимаешь? А потом уже поздно менять показания. Дело в том, что Оболенская до смерти боится своего мужа. Я думаю, поэтому все и произошло. А я думал, ты, Илюшин, джентльмен. А ты прям к малознакомой даме. Прямиком в спальню. Ну да. Не очень красиво, конечно, получилось. Конечно, некрасиво. Там целая любовная драма. Слышь, Макар, а он правда в очках и в этом? В халате на сцену вышел. Серег, он даже очки не надел. Представляешь, может, поэтому, кстати, я до сих пор жив. Так, ты мне расскажи, что мы имеем. Что мы имеем? Да ничего мы не имеем. Секретарь Оболенского опознал черт знает кого. Да. Ну что, давай, иди погуляй. Слушай, ну ты поаккуратнее. Что, подружились уже? В общем, дело надо начинать с нуля. Так. У нас 5 ограблений и 5 трупов. Да, которые непонятно как между собой связаны. И еще Белова. Которая тоже непонятно, то ли жива, то ли нет. Да найдем ее. Вот и ищи, Сережа, ищи. Найдем Белова, выйдем на реальных грабителей и найдем русалку. Кстати, я пока займусь жертвами ограблений. Макар, ты забыл? Белова у нас около года проработала. Говорят, вы дружили? Да нет, мы не то чтобы дружили, просто вместе с работы домой ездили часто. Вот, но я ее несколько раз в гости приглашала. А она вас? Не, она нет. Она снимала комнату у какой-то бабульки, которая не разрешала гостей приглашать. Так, а Белова не местная? У нее муж откуда-то из Подмосковья. Ага, адрес не знаете? Не, она мне не говорила. Они разошлись давно, он пил сильно. Ну, может быть, родственники есть? Не слышали ничего? Я знаю, что она откуда-то из Ярославской области. Из Ярославской разве? Угу. А в паспорте место прописки Челябинска указано. А, у нее отец военный был, он там служил. Вот, а так они откуда-то из-под Ярославля. Я не помню название деревни. Она туда на Пасху собиралась матери на могиле крест обновить. Но у нас весной грипп был, и она очень сильно заболела и не поехала, и по этому поводу переживала. Угу. Что-то еще? А? Нет, все. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вот папины книги. Все здесь. Смотрите, выбирайте. Угу. Ух ты. После убийства папы все осталось так же, я ничего не трогала. Надо же, прям с автографом. А что вы ищете? Вы меня, конечно, извините, вы, наверное, подумали, что я покупатель. Дело в том, что я занимаюсь расследованием убийства человека по фамилии Зильберт. Меня зовут Макар Илюшин, вот мое удостоверение. Никогда о таком не слышала.
Понимаете, он погиб при таких же обстоятельствах, как и ваш отец. Тоже при ограблении. Скажите, вот эта фотография... Это ваш отец? Да. Вот он с краю. А вот это и есть тот самый Зильберт. А вы не подскажете, где сделана эта фотография? В Рыбинске. Папа там был в экспедиции. Понятно. А может быть, знаете кого-нибудь еще из его друзей? Это Акимов. Он работал с папой. Ага. Это Фролов. Фролов. А остальных не знаю. Фролов. Эдуард Алексеевич. Да. Понятно. Вы мне извините, у меня к вам будет еще одна просьба. Я не мог бы взять эту фотографию ненадолго. Я понимаю, как она вам дорога, но я обещаю ее вернуть под мою ответственность. Берите, конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Серега! Серег, слушай, что я выяснил. Смотри. Сережа! Серег! Тихо, 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 тихо. Ты не уйдешь, что ли? Так, смотри, все они здесь. Туда, туда смотри. Давай, Сереж, просыпайся. Кто они? Зильберт, Ланской, Осипов, Фролов и Акимов. Пять человек, которые погибли от рук грабителя. И объединяло их следующее. Все вместе они ездили в экспедицию в Рыбинск, и через 10 лет их всех кто-то поубивал. Что за экспедиция? Смотри, я целый день общался с родственниками, знакомыми. Подробностей никто не помнит. Обычная штатная экспедиция по приглашению краеведческого музея. Ага, интересно, а что они в этой экспедиции нашли? Что их всех перебивали? Вдова Фролова рассказала мне, что покойный муж упоминал какую-то русалку. Все. Что конкретного? Не помнит. Неудивительно, 10 лет прошло. Извини, совсем забыл. Алло, здравствуйте. Это Илюшин. Как вы говорите, Рыбинск? Да, в Рыбинск. Нет, не припоминаю, нет. Странно. Простите, а в каком году это было? 10 лет назад. А, да, 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 да. Экспедиция. Да, я помню, да. Была как раз такая, да, была. Сборная экспедиция была, да, по приглашению краеведческого местного музея, да. Ага. Угу. Ну, я-то вряд ли вам смогу чем-то помочь, вам лучше расспросить Олега Борисовича Вотчина. Понятно. Он как раз был в составе этой экспедиции и ездил в Рыбинск, да? Хорошо. Угу. Спасибо. Не за что, пожалуйста. Угу. До свидания. До свидания. А, извините. Да, слушаю. Да, Макар. Помню, помню, разумеется. Чего вы хотите? Да, я был в Рыбинске 10 лет назад. Помню эту фотографию. Я сам снимал. Послушайте, Макар, мне сейчас не совсем удобно говорить. Мы могли бы встретиться завтра с вами утром, и я бы рассказал вам все, что вспомню. Хорошо. Договорились. Спасибо. Это по поводу моего погибшего друга. Да нет, ну что вы, не извиняйтесь. Выпейте. Нет, спасибо. Скажите, Катерина, как ваша желанница? Вы даже не представляете, как я вам благодарна. Ну, мне-то за что я ничего не сделал. Скажите, Катерин, может быть, у вас... Есть еще какие-нибудь желания? Вы только скажите. Ну так что? Есть еще желания? Ну, если честно, то да. Есть одно очень важное. За желание. Катя, вы только скажите,
И я сделаю все, что вы захотите. Простите, я не могу. Ничего, она еще вернется. У нас свет вырубили! Серег, ты скажи, ты про Белову что-нибудь выяснил? Да не очень много. На работе она особо ни с кем не общалась. Хозяйка квартиры тоже о ней мало что может сказать. Да, кстати, Белова до самого замужества жила в деревне Омуты, Ярославской области, но оттуда родом ее родители. Так вот. И что самое интересное, эта деревушка находится в 20 километрах от Рыбинска, куда наши покойные, в том числе и Зильберт, ездили в экспедицию. Нет, это, конечно, может быть совпадение. А может и нет. В общем так, Серег, ты поезжаешь завтра к Вотчину, угу. Разузнай по поводу экспедиции. Он, оказывается, там тоже был, просто на фотографии его нет. Угу. А ты куда? В Рыбинск, Сереж. Доброе утро. Хмурое утро. Пивом напротив торгуют. А, я по другому поводу. Мне бы с кем-нибудь из руководства пообщаться. По какому вопросу? Меня зовут Макар Илюшин. Я занимаюсь частным расследованием. У вас в 2003 году приезжала экспедиция ученых. Может быть, знаете, зачем приезжали, чем занимались? А, это тебе нужно с Аидой Степанной, с директором нашим. Только насчет пива не говори ничего, у нас с этим строго. Понял. Особенно после того, как музей ограбили. Музей ограбили? Ну да, вломились ночью. Николаевичу, это напарник мой, по голове дали. А что, украли? Ничего не украли. Как? Вообще ничего не взяли? Ну почему? Пропали командировочные отчеты. Командировочные отчеты. Аида Степановна, доброе утро! Вот тут. Здравствуй, Павлович. Гражданин интересуется по научному вопросу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Макар Илюшин. Я занимаюсь частным расследованием. Очень приятно. У вас в 2003 году была экспедиция ученых. Вот эти люди. Может быть, вспомните, зачем они сюда приезжали? А, ну как же помню. У них грант от министерства был. Почти месяц здесь пробыли. Сначала в городе, потом в Омуты поехали. В Омуты поехали? Ну да, там же русалки. Русалки? Да. Грант был в том числе и на изучение русалок. А русалки у нас только в Омутах, это всем известно. А, ну да. Ну что ж, спасибо. Пожалуйста. Русалки. Сигнализация не была включена, следов взлома нет. Судя по всему, убийцу впустил сам. Понятно. В затылочной области глубокая рана могла быть нанесена тупым предметом с острым краем. Понятно, заберите его на экспертизу. Угу. Слушайте, кто-нибудь собаку заберет отсюда? Я прошу, уберите собаку, пожалуйста. Скажите доктору, отчет нужен к вечеру, край завтра утром. Угу. Так, вы у нас кто? Барышня, вы покойного знали? Да. Пройдемте. Пройдемте. Викулова Екатерина Михайловна. Паспорт можно ваш? Спасибо.
Место жительства – Ростовская область. Угу. Все хорошо, не бойся, я рядом. В Москве. Где проживаете? В соседней квартире. Регистрацию вашу можно? У меня пока нет, я просто поступаю, у меня нет времени ее сделать. Регистрацию надо оформить. Постарайтесь найти время. Учитесь, работаете? Поступаю. Не работаете? Пока нет. Покойного близко знали? Ну, я помогала ему по дому, я гуляла с собакой, и он за это мне платил. То есть в квартире вы бывали? Да. Когда вы виделись последний раз? Вчера вечером я так же, как и обычно, гуляла с собакой. Потом я пришла, Олег Борисович предложил попить чаю. Мы выпили вместе чай, и я пошла домой спать. Ничего подозрительного не видели, не слышали? Нет. Кто-то ваши слова может подтвердить? Нет, я живу одна. Катерина Михайловна, посмотрите, пожалуйста, может, что-то пропало из комнаты или что-то лежит на месте? Русалка. Русалка? Да, она вчера лежала на столе. А теперь ее нет. А вы уверены, что она там была? Что это за русалка? Извините, добрый день. И вам доброго дня. Приезжий? Да, скажите, а что это у вас за процессия? Местное суеверие. У нас верят, что на Троице русалки на берег выходят. Вот как. А что это за рубахи? Для русалок, чтобы задобрить их. Когда будут известны результаты экспертизы? Ну, постараемся как можно быстрее. До свидания. А собаку? А что? Собаку не заберете с собой? А, ну да, вы правы, надо ее забрать, потому что она будет плакать одна. Пусть пока у меня поживет. Да, и главное, в ближайшее время не уезжайте из Москвы. Хорошо. Вы в гости к кому или по делу к нам? Вы случайно не слыхали, когда-то у вас здесь жила такая Зинаида Белова? Нет, не знаю такую. Нет. Вам к Петухову надо, Петухов участковый наш. Давайте я вам помогу. Меня, кстати, Макар зовут. Наталья. Очень приятно. Проходите, я сейчас чаю поставлю. Спасибо, чайку было бы очень кстати. Остановились вы где? Пока нигде, только приехал. У нас можно, у нас часто останавливаются. Дом большой, места хватит. А летом и в бане спать можно. Спасибо. Привет, я Макар. Танюш, ты проходи в дом. Она не разговаривает у нас. Ага. Доктор говорит от испуга. Вы проходите, проходите. Добрый день. Простите, пожалуйста, меня задержала полиция. А мы вас уже и не ждали, Викулова. А за что вы задержала полицию, если не секрет? Не за отсутствие регистрации? А это что? Это что? Это ваше? Нет, это не мое. Ой, откуда в офисе собака? Я принесла. Нет, давайте я сейчас сяду и буду рассчитывать ваш НДФЛ. А вот квартальный отчет кто будет делать? Хорошо, хорошо, я сама все сделаю. Вот и делайте, дурдом. Ой, откуда у нас собачка? Мы как раз пытаемся выяснить. Это моего соседа.
Прекрасно. И поэтому вы принесли ее в офис, Викулова? Алла Борисовна, с ним случилось несчастье. Мне просто не с кем было ее оставить. И вы решили осчастливить нас. Это всего на один день. А, ну а что? Хорошенькая собачка. Кому она помешает? На, на, держи печеньку. Ой, укусила. А надо же, с виду такая славная. Да, ну что ты наделала, а? Зачем ты укусила? Да что за день такой сегодня? На меня все нападают. Подожди, у меня где-то был йод. Не нужно мне никакого йода, мне ничего не нужно. Ну. Слушай, прости, пожалуйста, Антона-то вообще не кусается. Это, видимо, у нее стресс. Да не, все нормально. Просто не мой день. Просто первый день лунного затмения. Какого еще затмения? Лунного. Мне просто луна седьмым домом управляет, поэтому все наперекосяк. Видишь, у тебя тоже. Все, не слава богу. Да, это точно. Знаешь что? Нужно пойти и съесть по пирожному. Тут недалеко. После работы можно пойти. Есть хорошая кофейня. Знаешь, я заметила, когда жизнь дрянь, нужно пойти и съесть пирожное. Это ты тоже в гороскопе вычитала? Нет. Нет, Кать. Жизненный опыт. Ну вот, твоя собака еще горшок с орхидеей разбила. Но это совсем за гранью добра и зла. Ну, я сейчас совсем с ума сошла. Так, дамы. Да. Дамы, что происходит? А это ты у Викуловой спроси. Ну, собака все перевернула, но я сейчас все быстро уберу. Давайте быстрее. Давай, давай, убирай. И поскорее, у нас клиентов полно. Таня тогда маленькая была, мы с ребятишками пошли на озеро купаться. Как раз на Троицу. А говорят, на Троице купаться нельзя. Ага, спасибо большое. А почему нельзя? Русалка на дно утащит. А, ну да. Танюш, иди в свою комнату. Таня вроде бы все время на виду была, а потом смотрю, ее нет. Я туда-сюда слышу, ребятишки кричат: «Таня утонула, Таня утонула». Я в воду. Мужики прибежали, вытащили ее, она синяя вся. Я трясти ее в слезы. Тут бабка Карпова прибежала. Не знаю, как без нее бы справились. С тех пор Таня не разговаривает. Вы мне извините, конечно, я понимаю, вам, наверное, тяжело говорить. Ой, да, ничего. Жива Таня-то. А что не разговаривает, так ладно, я ее и без слов пойму. Вы ешьте, ешьте. Спасибо огромное, я уже, честно, объелся. Какая интересная вещица. Кто-то из местных резал? Да, это Коля Столяр. Все русалок резал. Вы подождите, я пойду птицу покормлю и вас к Петухову провожу, хорошо? Хорошо. Угу, спасибо. Вы что-то хотели? Да, я хотела сказать спасибо за то, что вы разрешили оставить собаку. Да не за что. Это ненадолго, всего на один день. Я постараюсь ее сегодня куда-нибудь пристроить, так что вы не переживайте, Алексей Иванович. Я и не переживаю. А еще простите за цветок. За какой цветок? Ну, Антонетта разбила горшок с орхидеей. Какая Антонетта? Ну, собака. Не переживайте, я завтра куплю новый. Она же случайно. Догадываюсь, что ненарочно. Знаете, Катерина, у меня тоже была собака. Правда, не с таким диким именем, да. И немножко покрупнее. И она тоже никогда не била цветы нарочно. Отличный кофе варите, Катерина. Да это не я, это же кофеварка. Ну, я пойду.
спортом заниматься. Разрешите. Здрасте. Здравствуйте. Мне тут встреча с отчином была назначена. Считайте, что эта встреча отменилась. Да уж вижу. А, с Илюшиным работаете, правильно понимаю? Да. Ну чего, ребят, спасибо. Хорошо работаете. Угу. Мне с утра Илюшин звонил, говорит, что свидетель по делу Зильберта дал ложные показания. Черт бы его взял. А теперь вот еще один эпизод. Ограбление, огнестрел, все то же самое? Не, по башке дали, ничего не взяли, угу. Кроме русалки. Какой русалки? Свидетельница говорит, русалка пропала. Маленькая, деревянная, магический артефакт. Какой артефакт? Магический. Добрый день. Простите, Петухов, это вы? Да, я. Правильно говорите. Зачем это я вам понадобился? Я ищу Зинаиду Белову. А, Белова. Рыба воняет, да? Тут всюду рыба. Значит, Белову, говорите. Да, Белову. У вас есть какие-нибудь сведения о ней? Не, никаких сведений у меня о Беловой нет. Но если вы что-то хотите узнать, так спросите прямо у нее. Вот как. А как я могу ее найти? А что ей искать? Она на озере у Карповой на рыбхозяйстве. Это отсюда 3 километра за деревней. Понятно. А еще один вопросик. А давно она уже здесь? 2 дня, наверное. Я к Карповой за угрями заезжал во вторник. Да, кажется, во вторник. Ага. Вот, у меня свояк приехал из города. Он этих угрей под водочку уважает. Понятно. Ну вот, смотрю, там Белова чемодан распаковывает. Я думал, так на выходные приехала, там могилку матери навестить. Она говорит, нет, вернуться решила. Что-то у них там в Москве не заладилось, не знаю. Понятно. Значит, еще раз, как мне туда проехать? А вот по дороге в сторону озера 3 километра. Спасибо. И что, полиция? Подозревает кого-нибудь? Нет, они сказали только, что Олег Борисович убит и что русалка пропала. Кошмар и ужас. Ты знаешь что? Я тебя к своей тетке отведу. Она тебе все скажет. Что скажет? Все. Подожди, а что это за тетка такая? Короче, есть у меня одна тетка, экстрасенс. Предсказывает будущее и все такое. И что, она тебе помогла? Конечно. Как ты думаешь, я главбухом стала? Вечер. Так, давайте помогу. Благодарствую. Я уж сама управлюсь. Почитай уж 11-й год, как Сашенька мой пропал, без помощников живу. Я привыкшая. Ты из города? Из города. Я ищу Зинаиду Белову. А Зинаиду тебе зачем? Она свидетель. Она свидетель убийства. Ой. Убили, говоришь. Вот она, Москва-то ваша. Зинаида! Зинаида! Тут к тебе с Москвы, с полиции. Ты где есть-то? Ой, вот тут была в сарайке. Она, наверное, в деревню пошла. Так ты и я это здесь-то. Подожди, когда она вернется. Ой, 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 ой. Подождите, подождите. Да подождите вы. Что за место? Зинаида? Зина! Зина! Зина, подожди, Зина! Зина, успокойся! Пустите меня! Вы же видели, как убили Зильберта. Послушайте. Я ничего.
ничего не знаю. Послушайте, вы же... Пустите! Почему вы остались живы? Почему? Вы видели, как его убили? Вы не понимаете, я не могу сказать, они убьют меня. Кто они? Кто они? Скажи мне, пожалуйста, кто они? Они с детства такие были. Нелюди и рыжие эти двое. Да мне это каждую ночь снится, как он лежит и кровь. Я и Бога просила, чтоб он этих извергов наказал. И свечки за упокой ставила, а все равно, как глаза закрою, вижу. Все, успокойся. Все, успокойся. Я хотела все рассказать, успокойся. Но меня не придут со мной. Успокойся, успокойся. А если не скажешь, как жить? Я буду рядом, я буду рядом. Послушай, успокойся. Успокойся, я рядом. Я скажу. Не могу так. Не скажу. Успокойся. Завтра утром поговорим. Хорошо. Человека в Москве убили. Теть Клав. А я видела, как убивали-то. И не сказала. Испугалась. Думала, я не скажу. Бог этих душегубов все равно накажет. Бог, он все видит. Во-во. И я вот так вот все плакала, плакала ночами-то. Как Сашу-то своего ждала, плакала. Но ты пей, пей. Тут и это, мята, мелисса. Успокойся ты. Расскажи-ка мне. Расскажи, как все это было. Да все из-за русалки этой, будь она неладна. Я ведь думала, врут люди. А люди-то не врут. Есть она. Александр Вильяминович, хорошо, что вас застал. Целый день не мог до вас дозвониться. Да у нас целый день было совещание по распределению грантов. Да-да-да-да. Все понятно. Вот. Вы можете попросить, чтобы как можно быстрее все это расшифровали? А где вы его нашли? Не я, полиция. В квартире покойного отчина. Не понимаю, а как он там оказался? А вы действительно не понимаете? Простите, а зачем Олег Борисовичу... Запирать вас в уборной, потом залез к вам в кабинет и вытащил из стола дневник. Вы знаете, все это мы выясним, когда шифруем записи. А сейчас у меня к вам очень большая личная просьба. Но вы можете сделать так, чтобы записи больше никуда не пропали. Хорошо? Это ведь док, я лично расписался за все это и отвечаю за это. Ну и если что не так, то я сам себя подставлю и других людей. Конечно, я понимаю, конечно. Да, еще. У вас есть ксерокс? Ну, разумеется. Мы можем сделать копию? Естественно. Прошу прощения, а это возможно сделать сейчас? Сейчас? Да. Ох. Пойдемте. Прекрасно. Спасибо большое. Что ты знаешь о брюшце русалки? Так значит, ты ее все-таки нашел. Русалку ищите! Опа, рыжий, ты посмотри! Тихо здесь сиди и не высовывайся! Я не прошу вас искать убийцу. Тогда что? Я прошу вас найти русалку. За последний год 5 ограблений с промежутком в 2-3 месяца и 5 жертв. Будешь? И объединяло их следующее. Все вместе они ездили в экспедицию в Рыбинск. И через 10 лет их всех кто-то поубивал. Да, я был в Рыбинске 10 лет назад. Мы могли бы встретиться завтра с вами утром, и я бы рассказал вам все, что вспомню. У нас верят, что на Троице русалки на берег выходят.
Вот как. А что это за рубахи? Для русалок, чтобы задобрить их. Мне срочно была назначена встреча. Считайте, что встреча отменилась. По башке дали и ничего не взяли. Кроме русалки. Какой русалки? Они убьют меня! Кто они? Кто они? Скажи мне, пожалуйста, кто они? Они с детства такие были! Нелюди и рыжие эти двое! Вон, полюбуйся. Ух, ты видишь, у нее шея свернута? Да я вижу, вижу. Федор, да не стой, ты ищи второй труп. Граждане, расходимся. Нечего здесь смотреть. Домой идите. Домой иди. Хочешь, чтобы тебя тоже в омуте нашли? Столько лет все спокойно было. И на иди тебе. Домой. Вернулась. Теперь добра не жди. Идите домой. Не мешайте следственным действиям. Мне убийцу надо искать. Чего ж тут искать? Уже известно, кто ее убийца. Петухов, говори, о ком она? Да известно, о ком. О русалке. Деревенские в русалку верят. Чуть что у нас случилось, так сразу русалка виновата. Карповой утром Кузьмичев за рыбой приехал. А у них дверь нараспашку. В доме все перевернуто вверх дном, как будто Мамай прошел. И ни Карповой, ни Зинаиды. Знаешь, капитан? Вот такие дела. Во, нашел. Это платок Карповой. В камышах было. А где само тело? Ты с тела не найдешь. А мута кругом, а ил. Если выл затянуло, ищи не ищи. Карпова, 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 Карпова. Ух ты. Да. Так. А это кто? Это сын Карповой, Саша. 10 лет тому назад утонул. Понятно. 10 лет назад. Дорогому сыну Сашеньке в день 35-летия, 15 мая 2013 года. Подожди, Петухов, какой 13-й год? Ты же сказал, он 10 лет назад. Да, Карпова головой немножко повредилась. Тело-то так и не нашли. Сашу признали пропавшим без вести. Я предлагал ей по суду сына мертвым признать. Она говорит мне: нет, Саш мой жив, а у тебя, чтоб язык отсох, такое мне предлагать. Ясно. Короче, каждый год она ездила в город на его день рождения подарок ему покупать. Во, посмотри. Да, что ж пропало, интересно. Да. Деньги. Она все свои сбережения в доме держала. Так, вроде больше ничего. Точно? Дерево потемневшее, а лицо, оно как живое, особенно глаза. Посмотрите, похоже? Да, только у нее руки, они скрещены прямо под грудью, и пальцы, они очень длинные. Ну вот. Вы знаете, мне через час нужно быть на работе. Будете. Сейчас у вас отпечаточки снимем и поедете на работу. Так. Садись. Подпиши, Макар Андреевич.
Не понял, это что такое? Не видишь, подписка, а не выезде. Я вижу, что подписка. С какой радости я должен это подписывать? В 9 вечера ты приехал к Карповой. Утром Карпову и Белову находят убитыми. Не, ну Карпову, допустим, не нашли. Но при чем тут это? Ты последний, кто общался с Карповой и Беловой, с потерпевшими. А Алексеев Виктор Васильевич слышал, как ты с убитой Беловой ссорились. Да кто такой Алексеев? Неважно. Вот показания. Так что вот таким Макаром, Макар Андреевич, ты у меня пока что главный подозреваемый. Это шутка, что ли, а? А ты как думал? Двойное убийство. А я шутки шутить буду. Подписывай. Петухов, в своем уме? Подписывай. Опа. О. Давай здесь переждем. Я недавно пиджак из химчистки взял. Вот. Расшифровать обязались к завтрашнему дню. И то хлеб. Да, кстати, держи. Да елки-палки. Ты просил магический артефакт, натуральную величину. Вот, сделано по описанию свидетельницы. Спасибо. Хоть знаешь, что ищешь. Угу. Есть какие новости по делу? Фрагмент отпечатка большого пальца на кубке, которым вотчина зашибли. Да. И что? Ну, по нашей картотеке совпадений нет. У Викуловой тоже взяли отпечатки, совпадений нет. Ну, а свидетели, соседи? Может, молодежь в подъезде тусуется? В подъезде у них тусуется Эдуард Владимирович Ивченко. Его жена систематически за пьянку на лестницу выгоняет спать. Но в день убийства вотчина супруги помирились. И Владимир Эдуардович смотрел по телеку сериал «Маша в законе». Вот так, так что пока глухо. Да, кстати, покойный Зильберт дохристианский культ изучал. Вполне может быть, что культ русалки имелся. И он служителем культа дорогу перешел. Почему нет? Присвоил драгоценную реликвию. Так, Иванов, стоять! Есть. Зонт. Угу. После обеда верну. Так точно. А то расходились тут. Сколько раз о переводе просил. Куда там? Направлен в омуты. И будь любезен. Слушай, Петухов, может, хватит уже, а? Вот следователь приедет, вот пусть он и разбирается со всеми этими русалками. С Беловой твоей, да и с тобой. Мое дело доложить. А там как начальство. Так, все, Петухов, хватит. Вот действительно, следователь приедет, нехорошо получится. Да я в порядке. Нормально. Пошли, пошли. Можно водички? Сейчас. Ой, спасибо. Давайте супчику, полегчает. Спасибо. Черти бы взяли бы. И эту деревню, и этих русалок. Сын Карповой утонул, это же, ясно же. Здесь каждое лето тонут. Ну, на воде живут, ну что же сделаешь-то? Так нет же, не утоп, русалки его утащили. Петухов, это и так все понятно. Послушай, Белова рассказал, что эти трое, которые убили Зильберта, они уже с детства были отморозками. То есть, получается, она их что, с детства знала, а? Ну, хоть так. Так, выходит так. Так, когда Беловой было 7 лет, отец демобилизовался, правильно? И они вернулись обратно в эту деревню. И прожили здесь последующие 12 лет. То есть, я так понимаю, что искать нужно кого-то из местных. Но если она их с детства знала, так? Петухов, ты меня слышишь, а? Да слышу. Я тебе говорю, искать нужно кого-то из местных. Приблизительно того же возраста, что и Белова. Ну, вспомни, Петухов, ну, может быть, была у вас в детстве какая-нибудь компания хулиганская, ну, на которой ты дела заводил, вспомни. Вы говорили, она Рыжего называла. Да, кстати, Белова говорила, что столкнулась с Рыжим, которого, кстати, больше всех боялась.
Так вот, может быть, она про Сковородова Рыжего говорила, Петухов? Про какого еще Сковородова? Кирилла Сковородова. Их еще трое братьев-то было Сковородовых. Их еще боялись все. Так. Мать еще говорила, что Рыжий до тюрьмы добегается. Так и вышло. Он в драке кого-то ножом пырнул, его и посадили. Ага. Потом, когда мать померла, он в город уехал. И братья за ним. А потом их всех втроем посадили. Ну, Петухов, неужто ты не помнишь-то? Да помню я. Помню. В город уехали. Это когда-нибудь ототрется или нет? Это что? Это у меня в полиции отпечатки пальцев снимали, представляешь? О, Господи. Они что, тебя подозревают? Нет, нет. Следователь сказал, что это стандартная процедура для всех. Ужас. Угощайся. Сева презентовал. Это сисадмин, что ли? Ну да. Мне кажется, ты ему нравишься. Угу. Он мне каждые 3 месяца предложение делает. А ты? Ой, ну что я? На кой мне Сева? По-моему, хороший парень. Да, этих хороших парней полгорода. Нет, я, конечно, понимаю, что у каждого своя судьба. Кому-то написано на роду всю жизнь горбатиться, кому-то, чтобы его убили, прости Господи. Но у меня совершенно другая жизнь, и Сева тут ни при чем. Скоро меня ждет встреча, которая перевернет всю мою жизнь. Это откуда такое знаешь? Понимаешь? Планета Венера – моя покровительница. И скоро она входит в новую фазу. Скоро я получу все, что заслуживаю. Это тебе твоя экстрасенс сказала? Вот видишь, это зеркало Венеры. Как красиво. Защищает и увеличивает женскую энергию Ци. Очень красиво. Да, пол зарплаты отдала. Зато с гарантией. Катерина, отнесите документы Алле на подпись. Хорошо. Катька, да ты покраснела. Ничего я не покраснела. Да ты запал на Капитошина. Нет. Да, да, да. Я все вижу. Слушай, дохлый номер. Ему кроме работы ничего не интересует. Я проверяла. Еле нашел. Вот твой Сковородовы. Ох, и связь у вас тут. Да. Алло, Серег. Здорово, слушай, есть под рукой чем записать? Так, пиши. Предполагаемый по делу убийства Зильберта. Сковородов Николай Олегович, 1998 года. Все трое уроженцы села Омуты. Записал? Все, пробей их там. Найду, а? Да. По Зильберту? Макар. Простите. Макар, слышишь? У нас русалка обнаружилась. Да свидетельница показывает, что у отчины русалка была. Ну как какая? Маленькая, с ладонью, деревянная. Да нет, нет, нет. Она после ограбления пропала. Ну да. Хоть теперь приметы ее есть. Ну все, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это у вас такое? Опять венки плетете? Это березовые ветки на Троицу. На Троице всегда храм украшают березовыми ветками. Интересно. А зачем? Отец Анатолий рассказывал, что в этот день Господь дал Моисею 10 заповедей на Синайской горе. Была весна, и вся гора была покрыта зелеными листьями. И мы, украшая храм, тем самым переносимся туда, на гору к Моисею. Ух ты, к Моисею. Интересно. Макар, вы меня простите, я вам не все рассказала. Вы позволите? И о чем же? Кирилл Сковородов, когда освободился, приходил сюда. Русалку искал. Так. В этот день мой муж был на работе. Он у меня работает неделю через неделю в рыбпромхозе. А я развешивала белье во дворе. Он приставил мне нож к горлу и говорит: «Отвечай, куда русалку подевала, я знаю, что она у тебя». А почему он именно у вас про русалку спрашивал? Наверное, узнал, что Мишка котик ее мне отдал после того, как Зойка померла. А котик это кто?
Ох, не хотела я об этом вспоминать, но, видно, придется. Думала я, что все оно забыто, а вон оно. Не забыто оно ничего. Интересно, и что же не забыто? Ну да, конечно, конечно. Ответ на ваш запрос по Сковородовым пришел. Ага, давай. Все, да, давай, Иванов? Давай, пока. Благодарю. Ага. Ну вот, я тебе Так. У всех троих Сковородовых условные сроки по малолетке. В 2003 году арестованы за ограбление. Двое младших получили по 3 года общего. Кирилл Олегович 8 лет трогача. Год назад освободился, живет в Подмосковье. Жалоб не поступало. Но есть кое-что любопытное. Что? Срок он свой в перемене 104 отбывал. На 104-й сидит гражданин Коноваленко. Отлично разбирается в охранных системах, сигнализации и прочем. 7 лет за ограбление кассы. Так вот, Кирилл Олегович Сковородов с этим Коноваленко в одном отряде был. А, понятно, почему он так ловко с сигнализацией, охранной системой того же самого Зильберта разобрался. Угу. Прошу. А я думал, откуда такие познания-то? Благодарю. У Сашки Карпова... Это Клавдий Ильиничный сын. Подождите, это который 10 лет назад утонул? Точно. Угу. Был друг, Мишка-котик. Они с детства были не разлей вода. Даже в армию вместе ходили, пока Мишка не женился. Мишаня, поздравляю! Миша привез свою жену из города. Зоя, красивая, как артистка. На нее вся деревня ходила смотреть. А познакомил их Саша Карпов. Зойка ему отворот-поворот дала. Говорят, перед свадьбой Мишкина мама на коленях стояла. Не женись, говорит, на ней, она гулять от тебя будет. Только поначалу они жили очень хорошо. Зоя ни на кого не смотрела, кроме Миши. Любила очень. А потом Мишка выпивать стал. Как напьется, так на Зою с кулаками. Где, говорит, шлялась, для кого наряжалась, да и мать поджуживала. В общем, Зоя сначала терпела, а потом действительно загуляла с Сашей Карповым. Сказал Мише, то ли он сам их застал, только он Сашу после этого избил до полусмерти. Ага. А потом еще по деревне ходил и орал пьяный, чтоб Саше пропасть. Угу. Так через неделю Саша действительно пропал, ушел на рыбалку и не вернулся. Клавдия Ильинична головой тронулась, Мишка совсем запил по-черному, а Зойка загуляла то с одним мужиком, то со вторым, то с третьим. Ее после этого грузовик сбил. Жива осталась, а вот ноги пришлось отнять. Да, Мишка совсем опустился. Как-то приходит ко мне и просит: позови, говорит, Наталья своего мужа. Я ему и отвечаю, муж на работе, вернется через неделю. Одолжи, говорит, тогда рубь, я тебе с получки отдам. Ну, я пожалела его. Налила ему 0,5 стакана. Он выпил, собирался уходить. Да вдруг останавливается, полез в карман и достал русалку эту, протягивает мне. На тебе, Наталья, ты женщина хорошая. Может, она тебе счастье принесет. Она желания исполняет. И мои исполнила. На, держи. Я загадал, чтоб Зойка по мужикам шляться перестала. Только видишь, как оно вышло.
А вы о чем-нибудь просили русалку? Да. У нас долго с мужем детей не было. Вот я и загадала. Молодая была, глупая, не знала, что это большой грех. А потом Таня чуть не утонула. Когда она в больнице лежала, я день и ночь в церкви на коленях стояла. Молила Богу, чтоб не забирал дочку. Так вот она теперь не разговаривает. Ладно, зато жива. Да. То есть никому русалка это счастье не приносит. А потом, что вы с русалкой сделали? Хотела сжечь. Отговорила бабушка. Дай, говорит, отнесу я ее отцу Анатолию. А отец что сказал сделать? Сказал к исповеди прийти, за здравие молитву заказать. Ясно. А с русалкой что? Не знаю. Да я у бабушки не спрашивала. Ясно. А можете хотя бы описать, как эта русалка выглядела? Конечно. Маленькая такая, с ладонь. Угу. Деревянная. Катерина, позовите ко мне маму, пожалуйста. Так вы же ее отпустили. Ну, так вы тоже не высиживайте, идите домой. Мне-то еще работать надо. А вас, наверное, дом ждут. Идите, идите. А, кофе мне только приготовьте, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. А вы знаете, есть специальная гимнастика для глаз. Она очень помогает. Что? Ну вот смотрите, я вам сейчас покажу. Попробуйте. Так? Ну, почти. Ну, тогда я знаю еще одну. Вот, нужно вот эти точки массировать. Нет, не эти. Давайте я вам покажу. Ох, щекотно. Да. Мне пора уже, я пойду с Антонеттой погулять. Да, 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 конечно, да. Антонетта – это собака, которая разбила цветок. Да, вот. Помню, да. Она просто там дома одна совсем. Ну, до свидания, Алексей Иванович. Да, до свидания, Катерина. Точно нормально, не залетим мы с ними? Залететь можно, если у неправильных пацанчиков брать, понял? А это дело реальные парни. Коноваленко, друганы, эти ксивы лучше, чем настоящие, ясно? Где там малой копается, как мертвый? Да живот у него прихватило. Иди скажи ему, пусть собирается, выдвигаться пора, чего как девки. Мое. Мое. Эй, малой! Ты там не помер! Заснул, что ли? Малой, ты на руку? Опа, ничего себе! Чё, полегчало? Чё, язык проглотил?
Уверен? Да уверен. В эти дни, когда были совершены ограбления, у всех троих Сковородовых алиби. Ну, типа, они были на работе, я проверял, на работе их в эти дни не было. Точно они в доме сейчас? Да, там мои ребята дежурят. Все в доме, и за пределы участка никто не выходил. Сколько там твоих ребят? Три опера. Скажи, пусть в дом не суются, контролируют периметр. Ага. Побудь пока здесь. Первый второму, первый второму. В дом не идем, контролируем периметр. Пойдем. Пошли. Давай, давай. Давай. Куда твои опера в наблюдении смотрели, капитан? Спели, как всегда. Осторожнее, ступенька. Ага. Давай. Да. Там, на заднем дворе, еще двое. Судя по заключению патологоанатома, Сковородова забили кочергой. Продолжалось это все не менее 2 часов. Вот жуть какая. Допрос с пристрастием устроили. Черт его знает, может быть и так. Остальные два брата. Один скончался по дороге в больницу, проникающее черепное ранение. А младшему повезло, он накануне паленой водкой траванулся. И пока Кирилла Сковородова допрашивали с пристрастием, в сортире отдыхал. Сейчас в реанимации, врачи говорят, выживет. Ствол нашли? Нашли, Макаров. Жду подтверждения баллистиков, но, скорее всего, тот самый, из которого застрелили Зильберта и остальных. Но не вотчина. Нет, рыжий человек аккуратно. Отпечатков на месте преступления не оставлял. Да и не стал бы он вотчина кубком по затылку глушить. Зачем, если ствол есть? Меня сейчас больше всего интересует, куда пропала русалка. Вот если бы еще раз квартиру вотчина смотреть, а? Осмотри на здоровье. А мне вот интереснее, кто Сковородовых замочил. Вы закончили? Можно печатывать? Да-да, печатывайте. Слушайте, а свидетельница по этому делу, как ее? Викулова. Да, здесь. Да. А она в этой квартире проживает? Да. Больше ничего не нужно. Нет, ничего, спасибо. Угу. Ну что, ты молодец, Петухов. Но дальше уж мы сами, извини. Спасибо за сотрудничество. Если что, звони мне напрямую. Скажите, я могу ехать? Конечно, поезжайте. Показания ваши есть. Если какие вопросы возникнут, где вас искать, я знаю. Вы просили сказать, как будет готово. Это расшифровка записи Зильберта. Угу. Спасибо.
Сергей, это Шмидт из института. Мне только что принесли расшифровку записи покойного Зильберта. Мне кажется, что вам это нужно срочно увидеть. Да. Угу. Чего? Я из-за тебя в это вовсю вляпался, а ты решила меня ментам слить? Я никому ничего не говорила, ни слова. Ты в курсе, что они ко мне домой приходили? Сдать меня решила, да? Не нужно я тебе стал, Катерина. Я тебе клянусь, чем хочешь, я никому ничего не говорила, ни слова. Все знают, что я живу одна. Из-за чего же они тогда ко мне приходили? Это ты, Олег Борисович. Ты что несешь? Пьёт. Ты что, вообще краев не видел? Открой дверь! Дверь открой, давай! Не за этой квартирой. Домой приходила? Я тебе что, консьержкой, что ли, нанимался? Так. Так что с барышней-то? Ну, что было? Давно? Недавно. Что-то там прикричала и ушла. Не знаешь, куда? Она все время с собакой. Ну, каждый день с собакой в парке гуляет. Держитесь за меня.
Все хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Все будет нормально. Придем домой. А можно еще чаю, пожалуйста? Да, конечно. Она меня защищала. Кто? Собака ваша? Она не моя. Она Олега Борисовича. Неважно, но все равно молодец. А как она? Да нормально. Кать. Катя. Спасибо. Значит, вы гуляли с собакой по парку, так? И? Нет. Я убежала из дома. Убежали из дома почему? А где моя сумка? Вот. Там. Вот она. Подождите, у меня пропуск. Пропуск. Все в порядке. Так вы работаете? Ну, конечно. Надо же как-то на жизнь зарабатывать. А следователи сказали, что нет. Катя. Значит так, Катя. Вы сейчас успокойтесь. И спокойно мне все расскажете с самого начала. Хорошо? Вот и славно. Давайте будем разбираться вместе, потому что у меня уже мозги закипели от всей этой истории. Давайте. Итак. Зильберт получает Брюсову русалку за день до смерти. Угу. Вечером того же дня, угу, Зильберт встречается с вашим коллегой Олегом Борисовичем Вотчиным. Ныне тоже покойным. Да, ныне тоже покойным. Зильберт показывает Вотчину русалку. У них происходит ссора. Я так понимаю, что они когда-то вместе занимались поисками русалки. Да, они даже выпустили пару научных статей по этому поводу. Угу. Но потом Олег Борисович как-то отошел от исследовательской деятельности. Ну, я думаю, Зильберт ему так это и не забыл. Да, вот здесь в расшифровке дневника Зильберт пишет, что Вотчин стал настаивать на совместном исследовании Брюсовой русалки. Вероятно, с чего ссора у них и началась. Вероятно. А утром Зильберта находят мертвым. Русалка похищена. Еще день спустя Вотчин показывает Екатерине Викуловой, своей помощнице по хозяйству, вот эту русалку. То есть вы хотите сказать, что Олег Борисович Вотчин имеет отношение к убийству Зильберта? Вполне. Услышав, что записи обнаружены, Вотчин пугается, запирает вас в уборной, забирает дневник Зильберта. Не совсем, правда, понятно, почему Вотчин дневник сразу же не уничтожил. Ну, это как раз понятно. Здесь же собрана вся информация по Брюсовой русалке. Угу. Это нужно для научных исследований. Так. А кто же в таком случае убил Олега Борисовича? Вот. Очень точный и своевременный вопрос, ответ на который я тоже хотел бы знать. Значит, вы поссорились с Андреем? Да. Я... Но это я во всем виноват. У меня заболела мама. И нужны были деньги. Он занял их у кредиторов под проценты. И однажды он пришел домой полностью в крови и сказал, что если мы сейчас же не уедем, то они его убьют. И вы уехали в Москву? А так как Андрей скрывался от кредиторов, вы о нем ничего никому не говорили. Так? Да, мама думала, что я поехала учиться. А сегодня я нашла русалку у нас дома. Я подумала, что это он мог убить Олега Борисовича. Так, 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 Кать, давай так договоримся. Сейчас придет следователь, и ты ему все расскажешь. Ну не могу я, понимаете, не могу. А вдруг это не он?
Кать, поймите, вашего соседа убили. И в вашей съемной квартире нашли русалку, которая как раз пропала из его квартиры. Кать. Но вы не понимаете, он так много раз меня спасал. Как я могу его предать? Кать, здесь главное слово – он. Он сделал, Катя, не вы. Вы здесь ни при чем, Кать. Понимаете? Поэтому сейчас придет следователь, и вы ему все расскажете. Катя, вы ни при чем. Хорошо. Доброй ночи. Привет. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Значит, своему сожителю о коллекции Вотчина вы не рассказывали? Нет, я ему рассказывала только то, что я работаю у Олега Борисовича. Я помогаю ему по хозяйству, и что он за это мне платит. А о русалке, которую Вотчин считал магической, говорили? Да. И о том, что с помощью этой магической русалки вы смогли устроиться на новую работу? Да. Понятно. После того, как вы очнулись в парке, русалки при вас уже не было. Я думаю, что ее забрал тот, кто напал на меня. Нападавшего не рассмотрели? Нет. Было уже очень темно. И я хорошо помню, как от него жутко пахло рыбой. И руки. Руки были как у утопленника. Такие же холодные. Катерина Михайловна, а вы уверены, что человек, напавший на вас в парке, не был вашим сожителем? Тищенко, давай готовь группу на выезд. Сын Карповой, Саша. 10 лет тому назад утонул. Понятно. 10 лет назад. Ты просил магический артефакт на правильную величину? Сделано по описанию свидетельницы. Так, пиши. Предполагаемый по делу убийства Зильберта. Сковородов Николай Олегович. Заснул, что ли? Малой, ты там норм... Еще себе. Только что принесли расшифровку записи покойного Зильберта. Мне кажется, что вам это нужно срочно увидеть. Угу. Так это ты, Олег Борисович. Что несешь? Ты что вообще? Катя. Так. Нападавшего не рассмотрели? От него жутко пахло рыбой. И руки были как утопленник. Давай готовь группу на выезд. Здесь. Твой чердак. У тебя вход в подъезд. Ага. Давай. Шумно. Будем брать. Ага.
Давай. Пусто. По лестнице ушел. Давай вниз, я за ним. Понял. Я сказал, стой. Стоять! Стоять, сказал! Стоять! 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 Стоять, сказал! А ну, стой! Стоять! Пошли! Я тут знаешь, что подумал, Серег? Тебе вся эта история не кажется странной? Про магический артефакт? Да нет. История Катерины Викуловой и ростовской братвы. Думаешь, Катя врет? Я думаю, либо она, либо ее сожитель. Ну вот смотри. Вот занял он денег у ростовской братвы. Но он что, совсем идиот? Почему он обращается к ним, к примеру, а не кредит в банке не берет? А? И что дальше? Ну а дальше забили битами и пообещали башку оторвать, если деньги не вернет. Так. Значит, он валит в Москву и 3 месяца отсиживается в квартире. И носу на улицу не кажет. Боится, что его увидят. И знаешь, что я подумал? Кто его там может увидеть? Не пойму у ростовских, что в каждом дворе по своему человеку. И даже если так, тогда Викуловой тоже нельзя выходить, потому что ее тоже могут увидеть. Понимаешь? Ну да. Но она выходит. Ну да. На что они будут жить, если она... Из дома выходить не будет. Вот. Получается, что с одной стороны выходить нельзя, но когда кушать хочется, то можно. Ерунда какая-то. Вот именно. Поэтому мне кажется, что Викулова врет. Либо ей совсем голову задурили. А на дурочку она, кстати, не очень похожа. Странная история. Да не трогал я соседа. Ну, чем хочешь, тебе клянусь, гражданин начальник. Угу. Да на кой он мне сдался вообще? Не сдался. А из показаний Викуловой следует, что вы его убить угрожали. С этим как быть, гражданин Сомов? Да кого вы слушаете, а, товарищ следователь? Я, что ли, с ним щи распевал? Может, она его грохнула, а вы все теперь на меня будете вешать? Нет, я вашего вычина в глаза не видел. Тогда каким образом вы объясните, что русалка оказалась в вашей квартире, похищена из квартиры вотчина? Викулова дала показания. В тот вечер вы поссорились. Она пошла в ванную. А когда вышла из ванной, тебя уже не было дома. Так где же ты был? Не в соседней квартире, а? Да покурить я вышел на лестницу. Во сколько это было? А ночью было. Поздно. 11:00. А вотчину убили в промежутке между 10:30 и 11:30. Как раз то время, когда ты курить выходил. А ты мне тут лепишь, что никого не видел. И в отказ уходишь, когда тебя спрашивают, где ты русалку взял? Да нашел ее на лестнице, ясно? Я покурить вышел, а она у лифта валялась, я и взял. Товарищ майор. Да. Ответ на запрос по Сомову пришел. Из отдела криминалистики. Угу. Свободен. Есть. Интересно, как получается. Оказывается, у тебя в Ростове очень насыщенная жизнь была, Сомов. Тамошняя полиция с ног сбилась, обыскалась тебя. Пока мы тут мило беседуем. Так, а это что? Отпечатков Сомова в квартире вотчины не обнаружено. Понимаешь, Сереж, то, что сожитель Викуловой находится в розыске, еще не означает, что это именно он убил вотчина. Понимаешь, у нас есть только показания Викуловой, которая говорит, что его просто не было в квартире. Ну, к чему ты?
а к тому, что Викулова сама могла запросто убить Вотчина, а потом прийти домой и проделать все то же самое. Что там? Ссора, ванна, койка, что там у них еще? Никто из них не может точного времени назвать, понимаешь? У нас нет ни свидетелей, ни фактов. Жаль, что Ивченко с женой помирился. Жаль. Да уж. Подожди, кто такой Ивченко? Да алкаш один. Его жена за пьянку выгнала, он в подъезде обосновался, под лестницей ночевал. Это тут при чем? Он как раз именно в тот день и помирился с женой. И пока Вотчина убивали, он спокойно лежал на диване и смотрел Машу в законе. И? Подожди. Чего? Вотчина когда убили? В среду. Что такое, Сереж? Ивченко не смотрел Машу в законе. Да что ты пристал со своей Машей в законе? Да потому что я смотрю этот сериал. А в среду он как раз закончился. Ты понимаешь? Поехали. Слушай, давай теперь я буду слома. Ты с кем решил поиграть, да? Не слышь, что ли? Че, глухи притворился? Узнал меня? Ты ж телевизор не смотрел. Ты видел, как этого мужика из 17 завалили, а? Это не я, ничего не я, ты не я. Че не я-то? Слушай, начальник, я могу попить, я никому хочешь глаз дать, но чтобы на мокрое дело никогда. Ну все, все, Макар. Достал он меня. Серег, Серег, тихо, слезай, тихо, Серег, успокойся. Все, спокойно, спокойно. Ты его только не зли, и все. Пивка хочешь? Чего, пивка? Молока. Тише, 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 Серёж. Пивка холодненького, а? Пивка. Давай. Хочу. Слезай. Ты только его не зли. Да? Ладно, погнали. Мужики, вы чё? Катерина. Вы что, на работе ночевать собираетесь? Нет, я сейчас форму закончу и уже ухожу. А что у вас с лицом? Это… Да. Это я упала. День, когда жильца из 17-й квартиры убили, ты на лестнице ночевал, правильно? Да, это… Да. Я к жене ходил мириться, она не впустила. Ага. А потом, когда убийство произошло, она в порядке исключения мне навстречу пошла. Скажу, мол, что ты дома ночевал. А видела, может, кто входил или входил в 17-й? Ну, девочка из соседней квартиры с собачкой. Она пришла, потом ушла. А после нее? А после нее, а потом… Я не знаю, кто приходил. Ну, вспомни. Я спал. Собака завыла. Точно. Ну, я от того проснулся, что выла. Так, проснулся. А дальше что? Ну, а потом пошел на лестничную площадку, чтобы поискать чего. Там парень с 17-й квартиры ходит курить. Ну, а потом свет вырубили. Из квартиры Вотчина кто-то выбежал, со мной столкнулся и побежал вниз по лестнице. Вот и все. Не все. Потом свет включился, и парень из 17-й квартиры вышел покурить. Подожди, а ты говорил, что он что-то подобрал. Что это было? Ну, кукла такая. Только вот фигуристая. Она. Ага. Значит, сожитель Викуловой нас не обманул. Он и правда ее нашел. Так. Слушай, друг, а ты скажи мне, может быть, ты еще что-нибудь помнишь, а? Да. О. Интересно. Пошли.
же ушли. А я ключи забыл. А вы что, решили все-таки переночевать? Я... Ладно. Давайте, рассказывайте, что случилось. Кто вас так одел? Я гуляла с собакой, и на меня напали. Понятно. В полицию обращались? Угу. Так, ну и что? А почему домой не поехали? И я поругалась с хозяйкой квартиры. Вот, она меня выгнала. И я подумала, что я могу переночевать одну ночь здесь. А завтра что-нибудь придумаю. Понятно. Утро, вечер, внутренний. Ну, в принципе, логично. Ну, ладно, давайте, собирайтесь. Поехали. Куда? Меня переночуете? Алексей Иванович, я не... Так, Катерина, давайте прекращайте. Давайте без китайских церемоний. Собирайтесь, и я очень устал и хочу спать. Поедемте. Давайте, давайте, давайте. Ну, как... шести не едите, я не знаю. Ну, почему же ем? Да. Так, омлет? Да? Да, да. Что смог? А, да, присаживайтесь. Так, тарелки. Где ваша собака? Собака? Да, вы же говорили, что у вас есть собака. А, собаку пришлось отдать, потому что у бывшей жены была аллергия на шерсти. Угу. А вы ее любили? Собаку? Жену. Да я до сих пор жалею, что отдал собаку. А жена ушла, когда у меня начались финансовые проблемы. Знаешь. Потому что я ясновидящий. Ну, потому что я думала, что он меня любит. Это аргумент. А еще потому, что я ему должна. В смысле денег?
Он меня спас. Поэтому я не могу его вот так бросить. Кать! Катерина! Катя! Доброе утро. Ты где была? А у вас холодильник, знаете ли, холостяцкий. А я хотела завтрак приготовить. А я-то думал, ты попросишь кофе в постели. Можно было. Ну, если поторопимся, можем успеть. Ой, подожди, убежит. Все, иди ко мне. Никого не впускать. И попроси кого-нибудь, чтобы кофе мне дали. Есть. Знаешь вот этого человека? Нет, а кто это? Вотчин Олег Борисович. Неужели не знаком? Первый раз вижу. Как скажешь. А с этими людьми приходилось встречаться? Ланской. Акимов. Пролов. Степаненко. Зельберт. Не дури, Эдуард Олегович. Сделаешь добровольное признание, получишь по минимуму. На мне крови нет, я никого не убивал. А кто убивал? Рыжий. Кто вам заказал русалку? Да никто ее не заказывал, Рыжий ее для себя хотел. Если никто не заказывал, откуда узнали, где русалку искать? Ну как, мы вон в Умуты поехали. Там Наталина бабка сказала, что она ученым отдала. Ну, которые приезжали там на церковь смотреть. Фамилия, адреса ученых тоже Наталина бабка сказала? Да нет, мы в музее узнали. Там в отчетах написано. И что, просто шли по адресам, пока не обнаружили русалку в сейфе у Зильберта? Ну, так оно и было. Выходя от Зильберта, вы столкнулись с Зинаидой Беловой, которую хорошо знали. Испугались, что Белова сможет вас опознать. Что было дальше? Дальше... Колька ее грохнуть хотел. Рыжий не дал. Припугнул, сказал, чтобы ехала отсюда и молчала. Даже денег на дороге ей дал. Ну что, выздоравливай, Эдуард Олегович. Ну, спасибо. Кать, позови, пожалуйста, Аллу ко мне в кабинет. Хорошо. Леша, я хотела спросить, а можно я сегодня пораньше уйду? Ах, сегодня пораньше? Ну, не знаю, можно. Иди. И, Екатерина, пожалуйста, не будьте такой красивой на работе, хорошо? У нас вечером планы сегодня, не забудь. Я тебе позвоню, когда освобожусь. Квартиру ищешь? Да.
Не хочешь что-нибудь рассказать? М? О чем? Ну, у тебя пилочки нет? Посмотри в сумочке, пожалуйста. Здесь? Ага. Катя, что это? Ой, извини, мне надо бежать. Кать, а знаешь, я подумала по поводу квартиры. Добрый день. Да. А, здрасте. Извините, а как мне с начальством поговорить? А, вы знаете, а все там, вы там, спросите, Катя! Кать, подожди меня! Здравствуйте, можно? Да, заходите. Катя, а зачем тебе квартиру через агентство снимать? Лишние расходы. Живи пока у меня. А мы с подругой снимали, она съехала. Одна комната свободна. Хочешь, мы можем прямо сейчас вещи перевезти. Ну, я не знаю. Я тебе говорил, давай останемся в кафе. Да в кафе душно. О, лавочка. Лавочка, да. Ух ты, мокрая. Мокрая. Пошли. Угу. Сухо. Сухо. Без кофеина, что ли? Не, просто скверный. У швейцарцев есть шоколад для армейского пайка с добавлением экстракта коки. Трое суток можно не спать, и огурцом. Мне бы сейчас такой пригодился. Как там Сковородов-то? Дал признательное? Да дал, только все еще больше запутал. Кто убил Вотчина, двоих Сковородовых, кто на Викулову в парке напал. А где сейчас Викулова? Я сегодня отпустил ее пораньше. А при чем здесь Викулова? У нее такой ручки не было и быть не могло. Их заказывали полгода назад, к юбилею компании. Только для руководства. Паркер, золотое перо, гравировка, алмазное напыление. 25 тысяч рублей за единицу. Ага. Я сама составляла заказ, и его чуть удар не хватил, когда он цену увидел. Значит, только для руководства. Тогда интересно, чья же вот эта ручка? Послушайте, я свою ручку давным-давно Эмме отдал. Потому что она вся издергалась, что ее не причислили к руководству. А кто такая Эмма? Это наш бухгалтер. Заходи. Не переживай. Все устаканится. Я тебя к своей тетке отведу. К экстрасенсу, что ли? А, ну да. Мне что, поверить в эту русалку, которая вышла в омутах этих ваших из озера? Села на электричку, приехала в Москву и пошла крошить направо и налево. Да. Да, Катя. Сергей. Да. Русалка у меня. Вы слышите? Вы хотите сказать, что русалка у вас? Катя, вы понимаете, что это опасно? Да, я все понимаю. Да. Угу. Угу. Да. Скажите, Сергей, а вы бы могли поехать со мной к следователю? Буду минут через 30 у вас. Ага. Все. Держи. Допей за меня. Ты что, хочешь отдать русалку? Русалка – это улика. Понимаешь, ее давно нужно было отнести в полицию. Викулова, это не улика, это русалка. Она настоящая, но исполняет желания. Да, еще она убивает людей. Знаешь, что Олег Борисович говорил? Желание – это водоворот. Затянет, потом не выплывешь. Вот я чего хотела? Я хотела быть свободной. Чтобы ни долгов, ни Андрея, ничего. Хорошо. Андрея задержали, долгов нет. А теперь что? Ты не понимаешь. Послушай, я обо всем договорилась. Сейчас приедет Сергей, и мы вместе поедем к следователю. Да. Тебе телефон звонит. Капитошин. Меня нету. Рабочий день закончен. Не отвечает. А вот этой Викуловой можно позвонить? Можно. Алло. Да. Да, Алексей Иванович. Дома. Что там такое?
Я не знаю, там как будто удар какой-то и как будто что-то упало. Так, поехали. Скорую вызывай. Русалка? Нет. Погнали. Тихо, Серый, тихо. Из-за долгов. Да какие долги? Он человека сбил. Как сбил? Ну как, насмерть. Но он сел пьяный за руль. Газ в пол, на красный свет. Сбил и скрылся с места преступления. Были свидетели, машину его опознали. Андрей, твоего тоже. Его сейчас переводят в ростовское СИЗО. Этого не может быть. Он мне сам говорил, что... Люди вообще много что говорят. Я тебе вот виноград принес. Врачи говорят, тебе полезно. Это я во всем виновата. И в том, что Олег Борисовича больше нет. И в том, что Эммы теперь нет. Эмма. Эмма хотела тебя убить. Ну, Кать, ну при чем здесь ты? Они погибли из-за русалки. Есть вещи, с которыми лучше не шутить. И силы, с которыми лучше не заигрывать. Затянет, как водоворот. Правильно твой сосед говорил. Вся эта чертовщина до добра не доводит. Вот Эмма тоже доходилась к своим колдунам. Ты тоже чуть не погибла из-за этой русалки. Может, конечно, библейская фраза, выражение «оставляйте в живых» — это слишком. Но соваться на темную сторону не стоит. А гребеж мало не покажется. Русалки сидят, суки вязают. Пойдемте, зачем вам на это смотреть? Да. А что это с ней? У Карповой запущенный посттравматический психоз. Она так и не смогла принять смерть сына, а это бывает, когда близкие пропадают без вести. Если не видел человека мертвым, есть соблазн считать его живым. Ага. Если бы ей вовремя оказали психологическую помощь, возможно, все не зашло бы так далеко. Какая психологическая помощь? Там глухая деревня. Вот вам и результат. Серьезное заболевание психики и полный уход от реальности. Скорее всего, Карпова будет признан невменяемой и остаток жизни проведет в закрытой лечебнице. Вот, мнение экспертов и расшифровки бесед с Карповой. Все, как вы просили. Спасибо. Вы, как всегда, меня выручаете. Счастливо. Всего доброго. Вот. Вот эту русалку сделал некий житель села Омуты Николай Львовский.
Позвольте. В деревне его называли просто Коля Резчик. Так вот, этот Коля Резчик был довольно-таки талантливым резчиком. Потому что в свое время он даже делал алтарные доски для местной церкви. А уж потом увлекся русалками. Начал в омуты ходить. Там у них озеро такое лесное было. И всем рассказывал, что есть у него русалка, которая исполняет все его желания. После чего его и нашли в этом озере утопшим. Потом кто-то из местных нашел эту русалку. Видимо, подумал, что это и есть та самая исполнительница желаний Коли Резчика. Но и тут в деревне началось. Русалка начала переходить из рук в руки. Люди загадывали желания, а желания исполнялись. Простите, вы хотите сказать, что русалка исполняла желания? Ну, я-то с трудом во все это верю, но молва ходит такая. Знаете, я в одной книге читал. Раньше, в старину, когда не было дождя, люди садились в кружок и читали заклинания. Ну, дождь в любом случае должен был когда-нибудь начаться. Ну да. И люди сразу верили, что заклинания работают, что небеса их услышали, ну и тому подобное. Мне кажется, что жители деревни Омуты тоже верили, что русалка слышит их желания. Угу. Кстати, Сковородовы верили тоже. Итак, гражданин Сковорода, в 2003 году, совместно распевая с Михаилом Котиком, вы узнали, что у Александра Карпова имеется некая магическая русалка, исполняющая желания. Ну да. Мишка сказал, что Карпов попросил эту русалку, чтобы с его женой закрутить. Угу. Все исполнилось. 12 июня того же года вы с братьями отправились к Александру Карпову за русалкой. Стоять! Хватай его! Парни, не надо! Держи! Держи! Заматывай, заматывай! Убили его, а труп сбросили в озеро. Да мы не хотели никого убивать. Не хотели. Это Рыжий просто перестарался немножко. Но Сковородовы русалку так и не получили. Она до этого была у некого Миши Котика, а до этого была у Карповых. И когда Котик пришел к Карпову с семейными разборками, тот признался ему, что был безумно влюблен в его жену. И даже просил русалку, чтобы та сделала так, чтобы они были вместе. После чего Карпов отдает Котику русалку, видимо, чувствует вину, но считает, что так будет справедливо. Потом Сковородовых сажают в тюрьму. Русалка опять переходит долгое время из рук в руки, пока, сейчас скажу, в 2003 году местная жительница не отдает ее некому Олегу Борисовичу Вотчину, который приезжает в эти омуты с экспедицией. Угу. Год назад Сковородов освободился и вместе с братьями начинает искать русалку. Они убивают пятерых коллекционеров, находят русалку, ну и решают вместе с братьями свалить куда подальше, начать новую жизнь, где исполнится все их желания благодаря той самой русалке. Но не тут-то было. Тут к нему заявляется Карпова. Я, кстати, до сих пор не могу понять, почему Рыжий оставляет Белова в живых. Приступ внезапной сентиментальности? Не думаю. Кстати, есть еще одна версия, что в молодости они были любовниками. В общем, как бы то ни было, все равно для Рыжего это закончилось печально. Дальше. Белова рассказала Карпову, что статуэтка находится у нее, и решила пойти в полицию дать показания. Карпова не могла никак допустить, чтобы русалка попала в чужие руки, потому что тоже верила, что там может исполнить желание и найти ее пропавшего сына. Поэтому она идет к Беловой и уговаривает ее, чтобы та не давала показаний. Но, видимо, уговорить не получается, поэтому приходится убить. Потом она заявляется к тому самому Сковороду и требует, чтобы он отдал ей русалку. И в заключении судмедэксперта
показано, что она очень убедительна в своих действиях. Сковородов отдает ей русалку, но это ему, к сожалению, не помогает. Русалка не та. То есть как не та? Когда Рыжий нашел у Зильберта Брюсову русалку, он решил, что это та самая русалка. Но настоящая русалка все это время преспокойно лежала в шкафу у вотчина Олега Борисовича, который показал ее Катерине Викуловой, а та, в свою очередь, проболталась на работе. Через день к вотчину приходит некая Эмма. Я не знаю, что у них там произошло, но вы знаете, что для вотчина все кончилось очень печально. Вот, я же говорил. Олег Борисович, здравствуйте. Я Катина подруга, вы меня не знаете. Секундочку, девушка, что вы здесь делаете? Я только одним глазком посмотрю, это она? Кто она? Ну, русалка, вот, а как это делается? Нет, позвольте. Можно я? Возникает вопрос, откуда Карпа узнала о том, что русалка находится у вотчина? От Кирилла Сковородова. Вотчин был последним в смертельном списке братьев. Его не тронули, потому что решили, что русалка найдена. К моменту появления Карповой вотчин уже был мертв. Безумная ошивалась возле дома, наблюдала и выжидала удобного момента. Кстати, Серег, Кате чудовищно повезло, что ты был рядом, когда Карпова напал на нее в парке. Она просто не успела забрать русалку. Ты ее спугнул. Когда Эмма выходит из квартиры, в подъезде внезапно гаснет свет. Она натыкается на пьяницу, который в подъезде покурить вышел. И от испуга роняет сумку. В таком состоянии она могла даже не понять, что выронила русалку. Позвольте, а где же тогда искать настоящую Брюсову русалку? Я думаю, настоящую русалку нужно искать в Ивантеевке, в доме Сковородовых. Ну, должна же она где-нибудь быть. Что это? Где? Вот. Постойте-ка. Слушайте, это же футляр. Но здесь ничего нет. Я вижу. А где вы его нашли? Так вот здесь. Где? Вот. Держите. Ага. Ага. Ничего видно? Не видно ничего. Вот. Господи. Неужели это она? Что это? Если я не ошибаюсь, это есть Брюсова русалка. Фу. Так вот, Серега, ученым удалось установить, что знаменитая Брюсова русалка – подделка. Мунифицированное существо, обнаруженное внутри деревянного пенала, которое поначалу сочли настоящей русалкой, оказалось искусной подделкой. Верхняя часть туловища принадлежит детенышу обезьяны, нижняя – хвост крупной речной рыбы. Искусно пришитый к обезьяньему торсу. Вот так. Впрочем, руководитель Института этнографии Сереж отмечает, что эта подделка действительно принадлежала Якову Вениаминовичу Брюсу. Представляет несомненную историческую ценность. Вот так-то. Почему, Серег, людям нравится верить во всякую чушь? Русалки какие-то, артефакты, ведьмы в ступах. Кто его знает? Хочется и все. Да уж. Тебе что, тоже чудо хочется? Мне? Угу. Мне кофе нормального хочется. Давай. Пошли.
Позик, ко мне. Давай, давай, нам еще в гости идти.